Всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, Артур, а это мой новый видео по Чикенгану. И сегодня я вам покажу пасхалки новые, которые игроки нашли совсем недавно, а именно новая машина, а также как получить мистер Кольцо. Сегодня вы это все узнаете, но перед началом, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк, ведь активность на канале очень упала. Я вам буду очень благодарен. Также заходите в мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Ну а мы начинаем. Для того, чтобы получить весную курицу, вы должны зайти на своем телефоне в настройки. В поиске пишем дату и заходим на самое первое. И вы должны отключить автоопределение даты и времени. И смотрите, ребята, заходим на время, выбираем 00 и минута тоже 00. Так, все, поставили, и теперь быстро заходим в Чикенган. Заходим на карту Town TF, где, собственно, у нас и есть мясная курица. Идем в дом, где у нас мясная курица, и ждем, когда наступит 00:01. Так, ребята, все, у меня наступило 00:01. Итак, и проверяем все углы. Так, вот, блин, вот она, вот мясная курица. Что здесь огонь, там закрыто, там решетка у входа. Блин, она меня убила, или это огонь убил, я если честно, хз. Так, в мобах она у нас не появляется, к сожалению. Так, окей. Так, заходим сюда. И да, ребята, у нас есть мясная курица. Ну все, я по-любому делаю себе этот скин. На следующей пасхалке, которая на машину, нам нужно зайти на карту Чела Хаус. За это, блин, где-то, ребята, найти черный сломанный автобус. Так, давайте его искать по кругу. Он находится на краю карты. Так, ребята, вон. И рядом с этим автобусом найти вот этот вот кружок, где сено лежит у нас. Так, берем автомобиль и едем к черному забагнутому месту. Смотрите, сейчас я до него доеду. Так, сейчас, ребята, я доеду до этого места. Так, здесь надо долговато ехать. Так вот, все, ребята, мы поехали, и здесь нужно искать, то есть, красное пятно. Ищем красное пятно. Так, вот, ребята, красное пятно, я нашел его. И вот это и есть машина. Ну, только если вы попрыгаете на ней, она у вас не появится, и поэтому надо идти под эту машину. Давайте сделаем порталы. Так, блин, где у меня порталы? Так, вот. Сначала вот эту вот штуку давайте я сделаю. Так, давайте чуть пониже. Все. Берем портал. Блин, не кустик. Берем порталы. И суем их сюда. Заходим в этот портал. Так. Блин, я падаю, блин. Как эту штуку взять, блин? Во, я ее взял. Ставим. Вот сюда. Сюда идем, поднимаемся. Так, нам нужно убрать этот портал, чтобы он нам не мешал. Так, все, убираем его. И вот, смотрите, вот красная машина. Здесь надо попрыгать, блин, немножко вот так. Упереться в нее. И она, по идее, сейчас должна появиться у нас в машинах. Да, ребята, появилась. Так, окей, идемте в магазин. Так, блин, куда я зашел? Так, окей, давайте проверим, появилась ли она у нас в магазине, ребятки. Так, вот, заходим в магазин. Не ставим наконец. Так. И да, ребята, вот она. Это какая-то крутая лампа. Стоит 380 монет. Можно менять цвет. Я сделаю ей вот такой вот черный цвет. Ладно, сейчас покажу еще одну фишку. Итак, следующая фишка заключается в том, что карта Dust 2 уменьшилась в размерах. Да, ребята, здесь появились новые места, ко мне кто-то зашел. Смотрите, вот, ребят, это места. Но они выглядят очень всрато, блин, очень плохо. Ничего нету вообще. Смотрите, здесь какая-то вот стенка. Советую разрабу убрать вот эту вот стенку. То есть она вообще ненужная. Ну, короче, ребята, вот эти вот пустые места, они выглядят очень всрато. Я не знаю вообще, зачем разряб их добавил. Ну, в общем, вот так вот. Ладно, ребята, вот такой вот получился ролик. С вами я был, Артур. Большое спасибо за просмотр. Всем пока!